Зранку під управлінням пенсійного фонду черга з кількох десятків людей. Більшість із них – переселенці. Аби потрапити на прийом, записуються завчасно. На 10-ту ранку в списку більше 130 чоловік. В червні вступили в силу дві постанови Кабміну. Однією внесено зміни в порядок соцвиплат переселенцям. У відповідності до неї на місцях утворено спеціальні робочі групи та комісії. Человек, если прибывает из территории неподконтрольной Украине, он, получая справку, указывая адрес, где он прибывает, проживает. После этого вот эта рабочая группа, она проверяет место его пребывания. И данное фиксируется актом материально-бытового положения переселенца. Данный документ после этого поступает на рассмотрение комиссий, которые тоже у нас созданы и работают. Так как у нас управление социальной защиты две, городское и районное, у нас их так и есть. Рабочие группы две и рабочих комиссий тоже две. Нині на обліку управління міськрайонного пенсійного фонду майже 13 тисяч пенсіонерів із зони АТО. Із 1500 перевірених осіб факт проживання підтвердився лише у 800. Решті соцвиплати довелось відмінити. В їх списку опинилась і Людмила Миколаївна. Вона стверджує, в момент перевірки лікувала глаукому на непідконтрольній території. Жінка майже не бачить і страждає хворобою Паркінсона, але націлена відновити виплати, бо більше ні на що жити. Вот я сижу здесь вот сейчас, потому что никакой ни помощи, ничего не получаю, только пенсию, за которую я работала всю жизнь на Украине, теперь нам ее не хотят здесь выплачивать. Там в зоне АТО жить невозможно, потому что чисто символические пенсии, а здесь Украина должна платить. Мы граждане Украины, граждане, у меня паспорт гражданки Украины. Переселенці не приховують, що не мають змоги постійно проживати на підконтрольній території. Отож, найчастіше живуть на дві адреси. Так Тамара Олександрівна добивається відновлення пенсії для своїх родичів з Ясинувацького району. І невістка її залишилась без виплат. У моєї невістки перевіряли, вона на Чехова тут живе, прийшли. От. Ну, звісно ж, не проживала, понятно, потому что у меня мать парализованная, висиноватая лежит. Чисто человечески, может, вы бы жили, девочки, нас там бомбят. Так бомбят, вот уже два месяца. 93 года парализованная мать, ее даже не перевести, понимаете? А как часто ваша невестка приезжает сюда, к нам в город? Она практически здесь проживает. Ну вот так, приехала, 2-3 дня побыла, извините, мама борща наварила, супа наварила, сын в институте в Харькове вот закончил, тоже приехал, потелепала и назад сюда. Во-первых, девочки, это финансово, морально, понимаете, это очень страшно. Слід зазначити, що й інші пенсіонери-переселенці, до яких ще не приходила робоча група, не впевнені в тому, що зможуть підтвердити факт свого проживання. І називають об'єктивні причини. Меня еще не проверяли, но я вот сейчас находилась у дочки в Полтаве, и лежала в больнице там 2 месяца. Может, и приходили проверять, я не знаю. Я только приехала, у меня все справки есть, что с ребенком лежала в больнице. Может, не подтвердиться. У меня отец не ходит больной, пенсию не получает, шахтерскую, только в ДНР. Мать умерла, тоже ничего не получила. Я не мог их сюда привезти. А вот это на моей пенсии 2500, все втроем мы кормимся. Ще одна червнева постанова номер 352 зробила довідки внутрішньопереміщених осіб безстроковими та відмінила в них штампи міграційної служби. Тим, у кого вони уже на руках, пенсійний фонд нагадує, не потрібно звертатись повторно. Люди, которые получали пенсии по месту своего пребывания или нахождения, и у которых в июне была пенсионная выплата, значит, они своего рода, у них справки считаются теперь уже бессрочными, и выплата будет им проводиться. Но вот управление социальной защиты, согласно данной постанове 365, они до конца года должны будут их тоже проверить, место их пребывания и подтвердить данный факт. А з 1 липня в силу вступила постанова номер 367, за якою усі виплати переселенцям здійснюються виключно через відділення Ощадбанку. Тим, хто ще не відкрив рахунки в цій фінустанові, виплати тимчасово призупинені.